Доброе утро всем, кто присоединился к нам. О погоде на сегодня. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в горах с мокрым снегом. В отдельных районах сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В горах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. В горах местами до минус 2. Днем плюс 17, плюс 22. В горах местами плюс 10, плюс 15 градусов. В Черкесске кратковременный дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5. Плюс 7, днем плюс 18, плюс 20. Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесии на площадке Республиканской госфилармонии показал премьеру спектакля «Голубцы по объявлению» по пьесе драматурга Антона Финка в постановке российско-израильского режиссера Вячеслава Бородянского. Актеры театра своей игрой перенесли зрителей в дух настоящей семейной драмы. О спектакле расскажет Аслан Гирюгов. А вы борща хотите? Домашнего. Борща? Да. Домашнего? Это так великодушно с вашей стороны. Только борща я в этом доме уже лет 10 не видел. Его, видите ли, некогда готовить, да? Я приготовила. Борщ? Да. Борщ. Да. По сюжету героиня Нина, устав от равнодушия мужа Василия, повесила объявление «Отдам мужа в хорошие руки», на которое откликнулись несколько женщин. Попадая в вихрь смешных, нелепых и очень жизненных ситуаций, каждый из наших героев обретает долгожданное счастье. Наш репертуар строится, исходя из, наверное, вот каких-то дней, когда давно мы не встречались. Наверное, праздник должен... Вы должны посмотреть комедию. Она... Вещь такая веселая, надеюсь, понравится. На сцене актеры продемонстрировали блестящую игру, которая с первых мгновений перенесла зрителей в дух настоящей семейной драмы. Современная пьеса взяла в основу очень актуальную тему, как сохранить теплые душевные отношения в браке. Актеры прекрасно вжились в роль своих персонажей, чем и покорили зрителей. Позвольте мне поздравить вас сегодня в такой прекрасный день театра всероссийский и пожелать вам еще больше творческих успехов на этой сцене. Творческих вам успехов, здоровья, удачи и всех прекрасных. Я надеюсь, что тот зал, этот зал, вы смотрите в аншлаге, там будет еще больше зрителей, которые будут восхищаться вашей игрой. Интересным было то, что до самого конца никто не знает, какой будет развязка у спектакля. Зритель находится в напряжении, но оно очень легкое, потому что спектакль веселый, смешной и легкий. Так что закономерно ожидается счастливый конец. Добавьте к этому оригинальную режиссерскую интерпретацию, отличную актерскую игру, благодаря чему спектакль получится действительно хорошим, не оставив никого равнодушным. Мне всегда очень приятно работать с вами. Я имею в виду действительно за зрителями, с актерами, потому что всегда очень тепло принимаете мои спектакли. Я надеюсь еще раз много-много раз порадовать хорошими комедиями. Ну, надеюсь, мне директор когда-нибудь даст поставить какую-нибудь драму. Спасибо. С праздником всех. Аслан Гирюгов, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Вещание на телеканале «Россия-1» продолжит программы Ногайской редакции. А в 14:30 Вести с Ашимезом Пхешховым. Хорошего вам всем дня. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Хирургия катаракты и глаукома. Офтальма. Телефон в Ставрополе 33 33 22.
добрый вечер. В эфире «Вести» Карачаево-Черкесия. Бүгүн студияга келди, мени конак келгенди. Кепсеч жасоо студиямызга Серкуш Памарина. Сүшүн тебзита худуз забау ателибарап шөтсө. Бүгүн бизде студияда конакта